Привет, друзья! С вами Андрюха Байкал. Привет подписчикам всем. Особый привет Сане с Кубани. Санек, здорово! Дружим каналами. Сегодня будем готовить блюдо под названием аджахури. Я думаю, многим это блюдо известно. Это грузинская кухня. В принципе, картошка, жареная с мясом, со специями. Но я сегодня его приготовлю аджахури по-сибирски. Разожгу для начала печку для казана. Пусть печечка разгорается. Я пока покажу, какие продукты нам сегодня понадобятся. Для нашего блюда понадобится. Здесь у меня свинина, крупно нарезал. Также есть ребрышки у меня тут. Вот такие кусочки свинины. Так, огурчики малосольные, домашние. Сметанка понадобится. Где-то вот, сколько здесь, 4-5 столовых ложек. Понадобится лучок полукольцами, маслица, приправы, соль, перец, кавказский взял, хмель и сунели, ну и картошечка понадобится. Печечка разгорелась. Для начала ставим наш казанчик узбекский. Сразу, соответственно, даем сюда маслица. Грамм 70 по стеночкам казана. Ну, ждем, пока нагреется масло. Масло нагрелось, проверим. Возьмем лучок. Зашипел. Отправляем нашу свинину сперва. Обжариваем мясо. Мяско жарится. Дадим сюда соли. У меня вкусная соль. Дадим перчик черный, молотый. Дадим кавказскую приправу. И дадим сюда хмели сунели. Все перемешаем. Мясо обжарим со специями. Мясо обжарили, даем сюда картошку. Все перемешиваю. Обжариваем.
Не забываем помешивать. Мясо с картошкой жарится. Отправим сюда лучок. Обжариваем вместе с лучком наше мясо, картошечку. Прикрою крышечкой, пусть потушится. Мясо с картошкой обжарили минут 5-7. Отправляем сюда огурчики малосольные, домашние. Даем сюда сметанки. Все перемешиваем. Аромат стоит обалденный с казана. Накрываем крышечкой, даем потушиться. Так, друзья, прошло минут 20. Блюдо наше готово. Аджахури по-сибирски готово. С казана стоит аромат обалденный. Наложим в леган нашу красоту, нашу вкусняшку. Вот такая прелесть. Друзья, с вами был Андрюха Байкал. Не забываем ставить пальцы вверх. Пишем комментарии. До новых встреч. Всем приятного аппетита. Пока-пока.